Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте, и сегодня в эфире. Беларусь готова подставить плечо. Александр Лукашенко обсудил ситуацию в ДНР с временно исполняющим обязанности главы республики Денисом Пушилиным. Обучение оказалось востребованным. В Новополоцке стартовал второй поток курсов повышения квалификации идеологических работников. Уже в конце недели слушателей ожидает зачет. Данные курсы, они позволяют наладить горизонтальную коммуникацию среди членов трудовых коллективов, именно кто отвечает за организацию идеологической работы. Вера объединила горожан. Православные белорусы встретили воскресение Христово. Особую атмосферу празднику в Новополоцке придала служба в строящемся духовно-просветительском центре. Мы пришли, чтобы приобщиться к этому великому празднику, чтобы почувствовать мощь, возрождение. И всем людям желаем мира, добра. Перейдем к подробностям. Ситуация в Донецкой Народной Республике из первых уст. В данном случае Дениса Пушилина, временно исполняющий обязанности ДНР, прибыл во Дворец Независимости, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. В начале общения благодарность нашему президенту за гостеприимство, а дальше откровенный разговор. Я думаю, Денис Владимирович, ты хорошо знаешь уже Беларусь относительно. Поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси. Но в то же время я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте, как у нас там дела, потому что центральный, так называемый, участок, он у вас там самый сложный. Идут интенсивные бои и севернее, и южнее, да, и в направлении Донецка, обстрелы, людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться, надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это 100%, и кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. В целом, обстановка в ДНР непростая. Жители Донецка и прилегающих районов живут, по сути, под обстрелами. Но начата программа восстановления пострадавших территорий. На это понадобится немало времени и силы. Здесь Беларусь готова подставить плечо. Точки соприкосновения уже найдены. Так, Донецкой Народной Республике интересен опыт нашей страны в области сельского хозяйства и промышленности. ДНР, в свою очередь, предлагает поставлять в Беларусь каолиновую глину. Опыт, который в последующем можно распространить на все регионы Беларуси. Новополоцк активно развивает практику проведения обучения кадрового потенциала города. Первопроходцами курсов повышения квалификации стали идеологические работники. Первый поток отучился в середине марта. Вложенные средства и время дадут свои плоды в ближайшем будущем. Но первыми результатами остались довольны все и сами слушатели, и авторы проекта, местные исполкомы, Пулоцкий госуниверситет. Для закрепления наработок на этой неделе за партой сел новый набор студентов. В добрый путь их отправляли и мои коллеги. Знаниям все возрасты покорны. Новополоцк продолжает продвигать современный тренд образования через всю жизнь. Плюсы от курсов повышения квалификации уже ощущают специалисты предприятий организации города, которые отвечают за организацию идеологической работы в своих коллективах. Именно они – первые участники совместного проекта исполкома и Полоцкого госуниверситета. Сегодня стартует обучение для второго набора слушателей. Порядка 15 человек пойдут по стопам своих предшественников. Ведь первый блин оказался не комом. Бывшие наши уже слушатели дали нам обратную связь, и эта обратная связь была положительной. Мы понимаем, что это востребованное направление, и преподаватели получили действительно самые высокие оценки. Конечно же, за важный аспект – это практика ориентированных знаний, за опыт наших преподавателей в разработке законопроектов, различного рода инициатив, и этот опыт они смогли продемонстрировать.
Интенсивное обучение на протяжении недели. В качестве лекторов преподавателей ПГУ неизменной осталась и программа курсов. В приоритете – лекции по общественно-политической обстановке в Беларуси и особенностях работы с информацией в цифровой среде. Акценты сделаны не случайно. Сегодня на идеологах как никогда лежит ответственная задача – доносить до людей правду, помогая им не повестись на фейки. Без конструктивного диалога сделать это невозможно. Поэтому в списке – занятия по психологии, лидерству, управлению. Как результат, прокачать идеологи смогут не только свои профессиональные компетенции, но и коммуникативные навыки. У нас выстроена вертикальная коммуникация в части организации идеологической работы. Как в городе, да, это же вертикаль, она переносится и на областной, республиканский уровень. А вот данные курсы, они позволяют наладить горизонтальную коммуникацию среди членов трудовых коллективов, именно кто отвечает за организацию идеологической работы, для того, чтобы они между собой могли предметно общаться в решении тех или иных важных вопросов. В профессиональном плане повысят знания, умения и навыки, а еще ценность как специалистов. На уровне предприятий улучшат взаимодействие и информационно-пропагандистскую деятельность в своем трудовом коллективе. Что касается города, то поспособствует еще больше сплоченности жителей. Таких результатов ждут от участников курсов его авторы. К проекту в Новополоцке планируют подключить основной костяк идеологических работников, а это порядка 60 человек. Дальше практику нацелены апробировать на представителях других профессий. Это часть системной работы по взращиванию и поддержке, в том числе образовательной, кадрового потенциала города. Апрель можно смело назвать месяцем генеральной уборки в Беларуси. В ближайшие выходные жители страны поработают на республиканском субботнике. Приложите руку, после зимы будет к чему. Нужно убрать листья, оставшиеся еще с осени, обрезать сухие ветки деревьев, подместить территории и, конечно же, собрать и вынести мусор. В каждом регионе наметят свой фронт работ. Традиционно внимание улицам, паркам и скверам, дворовым территориям. Кроме того, в стране продолжается акция «Неделя леса». Сейчас к инициативе по лесовосстановлению присоединилась Витебщина и Гродненщина. Самой масштабной, пожалуй, станет ремонтная кампания. К обновлению дорожного покрытия, изрядно подпорченного зимним сезоном, в стране приступили повсеместно. В Новополоцке, например, предстоит привести в надлежащее состояние 34 тысячи квадратных метров уличной дорожной сети. Первым починить удалось участок дороги на БВК в районе проезда Устье. Сегодня же коммунальные службы города трудятся вдоль всей Молодежной. Если возле городской больницы ремонт дороги уже вовсю идет, то в районе гостиницы «Нафтан» ведутся подготовительные работы. Здесь от заводского проезда до улицы «Дружба» срезается дефектное покрытие для последующей укладки нового асфальта. С завтрашнего дня в наш город придет ДСУ-2 с ремонтными работами по улице Блохина, дорога скоростная, а также на перекрестке Молодежная Калинина. Ремонтные работы на перекрестке Калинина Молодежная затруднят движение. Планируется частичное временное перекрытие перекрестка Калинина Молодежная. В частности, будет асфальтироваться сторона Калинина, которая ближе к Четным домам. Прорабатывается вопрос с нашим оператором-перевозчиком, а также с автобусным парком номер 6, дабы пассажиры, которые едут в автобусах, не почувствовали данных затруднений. Прорабатываются схемы движения данных автобусов, о них мы будем сообщать дополнительно. Но дорожники уверяют нас, что будут прикладывать все возможные усилия, чтобы жители города Новополоцка не почувствовали определенных затруднений. Дорожные службы планируют выполнить основные ремонтные работы в районе Калининского перекрестка в течение 2 дней. Для дальнейшего обновления этого участка ограничений или перекрытий движения не потребуется. В целом же провести починку уличной дорожной сети и дворовых территорий в Новополоцке нацелены до конца весны. Мы будем своевременно информировать через телеграм-канал, официальную страницу города Новополоцка, телеграм-канал председателя, ну и также средств массовой информации наших городских, телеканала «Звезда» и газеты «Новополоцк сегодня».
Православные верующие продолжают жить в атмосфере воскресения Христова. С понедельника началась Светлая Седмица, время наполнено еще большей радостью, добрыми делами и мыслями. Неделя, которая призвана приумножить свет в сердцах, зажженный в Пасху, в том числе во время богослужений, которые в сам праздник прошли в храмах страны. В отдельных регионах, к слову, к их проведению подошли по-новому. Так, в Новополоцке организовали крестный ход к строящемуся духовно-просветительскому центру. А после в самом здании впервые провели ночную службу, где также в первый раз было произнесено пасхальное приветствие «Христос воскресе». В пасхальный сочельник в Новополоцке все дороги ведут к приходу святого архангела Михаила. Здесь, как и во всех храмах страны, верующие города в молитвах встречают один из самых светлых и значимых православных праздников в году. К традиционному богослужению в этом году добавилась новая традиция. С предложением провести крестный ход к строящемуся духовно-просветительскому центру, а после ночную службу в нем, вышли сами прихожане. Такое случается впервые за почти пятилетний период работ на объекте. И это важное и объединяющее событие, ведь еще одно место духовной силы горожане строят вместе. Тысячи новополочан принимали участие в его возведении, кто непосредственно работая на этом объекте, кто своими пожертвованиями. И уже мы подошли к тому этапу, что можно проводить службы. И, конечно, это очень знаковое событие для всех наших новополочан, для всего нашего города. Ну, а важность православия, важность христианства, важность тех ценностей, которые проповедует нам вера в Иисуса Христа, конечно, она безмерна, потому что, как если убрать Бога из жизни отдельного человека, то разрушается его личность, теряется духовно-нравственный устой. Поэтому мы обязаны сохранить те духовно-нравственные ценности, которые помогали нашему народу на протяжении веков переживать все трудности, все невзгоды. И, безусловно, с Богом мы и сами преодолеем все трудности, невзгоды. Несмотря на позднее время, у храма дети, горожане средних лет, пенсионеры, поодиночке и целыми семьями. Все в приподнятом настроении и в предвкушении. Причем чего-то светлого, вдохновляющего, исцеляющего ждут не только те, кто уже не первый год встречает Пасху в стенах храма, но и те, кто пришел на службу впервые. И сегодня каждый обязательно получит то, зачем пришел. Мы пришли, чтобы приобщиться к этому великому празднику, чтобы почувствовать мощь, возрождение. И всем людям желаем мира, добра и самых хороших каких-то в этот большой праздник впечатлений, эмоций, и чтобы все были со своими семьями рядом. Чудесный праздник. Вот уже ему не хотела, но встала и пошла. Я в моем возрасте, можно и не ходить, но все-таки я пошла, потому что вот любовь к Богу. Порекомендовала это мама, но я решил сходить, гулял. Вот, заехал сюда. Красиво, мне нравится. Тут такое прям атмосферненько и тихо. Я каждый год стараюсь. Я верующая. Это как если вы слышите музыку или не слышите музыку. Как вы не сможете музыку объяснить через краски и картину объяснить через музыку. Светлое Христово воскресенье дарит надежду и веру, что все будет хорошо. С добрыми помыслами и светом в душе верующие отправляются в крестный ход вокруг строящегося духовного объекта. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровав, Христос воскресе из мертвых. А это первая служба в будущем духовно-просветительском центре. Объект возводится с 2018-го. Сделано немало. В отстроенном с нуля здании поэтапно установили окна, закрыли вопрос по кровле. Сухо, тепло, светло. И этого достаточно для проведения богослужения. Со временем, благодаря поддержке новополочан, появится и внутреннее убранство. А пока украшением служат немногочисленные иконы на стенах, свет от зажженных свечей и одухотворенные лица горожан. В унисон они возносят молитву благодарности. Все вместе произносят пасхальное приветствие. Христос воскресе впервые разносится по центру. Христос воскресе из мертвых, спасибо живой жизни, жертвенное заговорение, Его воскресе. В
С наступлением воскресения Христова пасхальные торжества не заканчиваются. Сейчас у православных Светлая Седмица. В храмах ежедневно слышны звон колоколов и божественные литургии. Это время наполнено еще большей радостью, добрыми делами и мыслями. Неделя, которая призвана приумножить свет в сердцах, зажженных праздник Пасхи. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале телеканала «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь. Я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижелитаж. Добрый вечер. В вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности. На нескольких полигонах проходит слаживание подразделений, которое завершится бригадным тактическим учением. Призванные военнообязанные восстанавливают навыки по своим военно-учетным специальностям, в том числе при действиях на тяжелой бронетехнике. Запасники выполняют стрельбы из 125-миллиметровой пушки и пулемета ПКТ по различным целям. Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович выступил на торжественной церемонии открытия международного форума ТИБА-2023. Он отметил важность развития национальной системы обеспечения кибербезопасности и необходимость аккумулировать имеющиеся достижения, научный потенциал в интересах защиты цифрового суверенитета Беларуси. Продолжается проверка уровня подготовки территориальной обороны Гродненского региона. В Новогрудском и Кореличском районах будет организован штаб и создан стрелковый батальон из числа военнообязанных. Территориалы взяли под охрану важные объекты совместно с органами внутренних дел, выполняют задачи по поддержанию военного положения в указанных районах. Также в учении примет участие сформированный отряд народного ополчения. Воспитанники Рудинской специальной школы-интерната посетили военную академию Беларуси. Ребята смогли ознакомиться с вооружениями и военной техникой, посидеть за рычагами танка на специализированном тренажере, прокатиться на бронеавтомобиле «Дракон». Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!